Shit. Трек, который приходится постоянно ревандить, потому что танцпол взрывается просто с первых его секунд. Это последняя работа Димы Энгейджа под названием Warlock. Как и на первой части фестиваля, в этот раз тоже будет играть бэк-ту-бэк с рецептором. И судя по всем опросам, это самый ожидаемый бэк-ту-бэк на следующей неделе. Не упустите возможность услышать трек о Warlock вживую. И в исполнении автора. Пользуясь случаем, хочу передать пламенный привет всем варлокам Рурилма. Повесьте на меня СС. И тумбу с телеком. Кстати, хотелось бы еще также поздравить Диму с релизом на лейбле Invisible, это лейбл Noize, который вышел буквально несколько дней назад. Дима попал на одну пластинку с такими людьми, как Noize, Face, Subterra и Icicle. Мужик, респект.